Так, ну вот я сейчас ВКонтакте прочитал, говорят, что надо там с shift, с разбегу под 45 градусов, то есть пробовать, пока не получится запрыгнуть. С разбегу. Под углом 45 градусов. Как-то можно, ну давайте пытаться. О, блять, сука, как вы заебали своими багами. Ну вот зачем так делать? Запрыгнул. Я там кого-то заметил. Запрыгнул, давайте поспим тогда. Потому что вымотались мы и эмоционально уже, и физически. Ну вот что за баг такой странный? Ладно, запрыгнули, и ладно. Значит, все-таки это Сакс. Так, так, так. Кто это тут у нас? Похоже, вы еще слишком молоды для посещения бара. Может, не спеть вам колыбельную. Эй, минуточку. Вы даже не завербованы. Эй, парни. Не толпитесь, не то мне придется позвать охрану. Он это... По-дружески с ним поговорить. Ну что, ребята, как дела? Эй, минуточку. Короче, он с нами пока не будет разговаривать, пока мы не будем завербованы. И кто же тут? Сержант Билл Дабл. Эй, у нас тут крепкие напитки для крепких парней. А вы у нас пока салаги. Эй, в домике у дороги обслуживают только солдат. Похоже, вам следует обратиться к Балбраку. А теперь убирайтесь отсюда. Стырить ничего нельзя. Эль. Это что? Эль. Эль мне не нужен. Вы любуетесь портретом генерала Ямо. Весь бар похож на своеобразный монумент этому великому полководцу. Оно и верно. Бары всегда пользуются у солдат большей популярностью, чем какая-нибудь мраморная статуя. Генерал Ямо – бесстрашный и верный слуга Федеративной империи Анпани и герой битвы за Гардию. Хорошо, что есть интернет, хоть можно что-то узнать. Интендантская служба. Приветствуем гражданских. Это друг? Так, это сержант Кунар. Новенький, верно? У меня хорошая память на лица. Ничем не могу помочь вам. Интендантство работает только для членов ФИА. Правда, у меня есть для вас сувенирчик. Флаг ФИА. Генерал эту глупость придумал, чтобы повысить лояльность. Попробуем обокрасть. Бальзам от болезней. 168 золотых. Не получилось украсть. Ну, значит, все. Значит, нанять его. Угу. А тем временем магазин обворуют. Не выйдет. Торговля. Ему, кстати, можно продавать шмотки. Только, зараза, ему ничего из того, что есть у нас, не нужно. А купить мы можем флаг компании. Не знаю, для чего он может пригодиться, но на всякий случай купим. Так, поговорим с ним. Сержант Кунар. Нет. Сержант Булдабл. Это не мое дело. Сакс. Уши прочисть. Это не мое... Сержант Рабл. Уши прочисть. Это не... Уши про... Это... Маде, так, маде, раз. Энтони Майл. Послушай. Монастырь. Послушай. Слухи. Хочешь послушать сплетни? Отправляйся в домик у дороги. Как ты? У тебя наверняка есть важные дела, правда? Хайгарди. Я не справочное бюро. Чернокнижник. Секретная информация. Арника. Янис. Тринтон. Янис. Доминус. Посмотри вниз. Это он. Тиренги. Попомни мои слова. Тиренги победят, если ФИА так и будет разброд и шатание. Анпани. Ты меня не заводи. Мы теперь миротворцы слюнявый. Вот мы кто.
А ведь до прихода Ямира все было по-другому. Ямо, вот это был человек. Муки. Спросите об этом в домике у дороги. Звездный круг. Я не спра... Пик восхождения. Я не... Чернокнижник. Секретная информация. Трини. Я не... Космопорт. У тебя наверняка... Destiny до минус. Вчера продал последний. Это он так шутит. Подлая ложь. Это чувствуется издалека. А этот не понимает шуток. Невесомая броня. Послушай. Мартен. Спросите. Брафит. Послушай. Утес Мартена. Секрет. Гора Гигас. Прямо за... Прямо за дверью. Уши прочисть. Я сказал. Прямо за... За дверью сидит Тремайн, Фанзанг, Хели, Анна, Мадра, Шаман. Замок Рапаксов. Я не... Спроси. Бейджин. Астрал Домайн. Меня... Не верьте ни единому слову. Меня это не волнует, говорит. Так. Хилозоид. Гардия. У тебя наверняка... Домик у дороги. Что это такое, кстати? Он все время про него говорит? Это там, откуда слышится шум. Ямир. Он где-то внутри. Только две... Пока. Так, ну... Хорошо, что мы хотя бы теоретически можем войти. Кстати, домик у дороги... Это не вот этот вот? Закусочный у Емо. Нет, это не домик у дороги. Вербовочный центр ФИА. Казармы для рядового... Ну что, попробуем проскочить опять на скорости. О! Получилось, сука. Слава богу. Казармы для рядового состава. Заперто. Я слушаю. Какое-то зелье непонятное. Исцеляющий отвар. Суконная рубаха. Закрыто. Картечь. Тут ловушка. Ловушечка. У псионика, есть магия. Узреть ловушку. Давайте применим. В принципе, вот эти две только. Я слушаю. Плохо мне что-то. Ха! Ну, ловушку вскрыли. И что мы там нашли? Пустую бутылку, ребят. Ой, ловушка. Я слушаю. Псионик снова узреть ловушку. Я слушаю. Узрели. Исцеляющий отвар. Четыре штуки. Закрыто. Сейчас у нас вор таким макаром и открылся. Стеганые штаны. Крепко заперто. Фейерверк, тут хоть не заперто. Эй, друг, мне тут досталось. Клепанные поножи. Класс брони плюс 8, но, по-моему, у всех что-то более... Нет, вот механику надо бы поменять поножки. Закрыто! Стеганые штаны. Дубленые поножи. Но это, по-моему, ни о чем. Плюс 6. Ха! Закрыто. Зимние лекари. Закрыто. Бомба.
закрыто. Отпустила. Болты. Опять чертовая ловушка. Я слушаю. Так, псионик, узреть ловушку. Я слушаю. Так, обезвредить разящие кинжалы. Вот дальше что идет? Ядовитые дротики там, по-моему, да? Ядовитые дротики. Очень хорошо. Получилось. Кажется, до меня примерно дошло, как это работает. Болты. Заперто. Эх, заперто. Бомба какая-то. Закрыто. Узнавать надо. Скорее всего, огненная. Пустая бутылка. Ой, это только ловушка. Псионик узревает ловушку. Разящие кинжалы, что ли, чуть? Так, разящие кинжалы. Я слушаю. Ядовитые дротики, да? Опаньки. Разящие кинжалы. Ловушка была ободена. Почему тогда люлей получили? Противоядие универсальное. Эх, заперто. Болты. Крепко заперто. Смотри, там какая-то картинка с голой женщиной, плакат. А, нет, смотрите, там это... Плакат там, типа, ленивец или панда, что-то в этом роде. Так, чахоточная соль. Закрыто. Хлеб зачем-то. Так. Тут ловушка. Сейчас может вор откинуться. Я слушаю. Псионик, обезвредить ловушку. Обезвредить. Я слушаю. Разящие кинжалы, ядовитые дротики. Что-то я не понимаю, как это взломать. Давайте поспим. Тут ловушка. Великолепно. Кинжал. Тут ловушка. Рана безумия. Все еще опасно. Никого безумным не сделали. У нас боец обезумел. Закрыто. Мы сейчас не в состоянии боя, поэтому потерпим. Стеганые штаны. Закрыто. Пустая бутылка. Крепко заперта. Картечь. Отлично. Гораздо лучше. Сегодня аккуратно, это опасно. Еще бы знать, что вот эти вот означают значки. Ну, разящие кинжалы, по идее, ловушка-то. Мы же ее узрели. Разящие кинжалы. А это была ядовитые дротики. Плохо мне что-то. Хотя псионик узрел, что это разящий кинжал. Вроде так. Не понимаю. Маньгош. Заперто. Отпустила. Эль зачем-то. Ой, ловушка. Здесь. Я слушаю. Да. Здесь. Я слушаю. Я слушаю. Псионик, может, святой сапер. Что значит святой сапер, я не пойму. Давайте, пускай будет считаться, что это ядовитые дротики, ловушка. Я
Я слушаю. Ядовитые дротики обезвреживаются. Зелье марафонца. Закрыто. Зелье марафонца. Универсальное противоядие. Ловушка. Обезвреживаем ядовитые дротики. Разящие кинжалы. Ловушка называется «Разящие кинжалы». На самом деле. Пока она не сработает, хрен поймешь. Кожаная кираса. Ну что, все здесь обчистили, в принципе. Ничего больше не осталось. Это мы были в казармах для рядового состава, а это вербовочный центр ФИА. Кто это? А это кто? Привет, ребята! Вы исследователи или что-то в этом роде? Я рядовая первого класса Спаркли! Я только что вступила в ФИА. Я собираюсь очистить Тринтон от больших злобных крыс. Попробуем сразу обокрасть. Украли стрелы, 500 золотых, чахоточная соль, короткий лук. Не получилось украсть. Все, поговорим с ней. Да. О, да, я его знаю. Видела его где-то здесь. Кунар, Булдабл. Разве я вам уже не... О, да. Сакс. Уверена, у нас... Сержант Рабл. О, да. Уверен. Милана Кальцоне. Тон Барлоне. Звучит знакомо. Мадрас. Мадрас. О, да. Я его знаю. Видел их так. Фас-фас. Раз... О, да. Монастырь. Эй, так чего вы хотите-то? Слухи. Я знаю много-много всего. Как ты? У меня все хорошо, спасибо. Вот ее можно нанять, кстати, будет. В отряд. Там, если какой-то квест выполнить. Ну, следопыт второй нам не нужен. Хайгарди. Хайгарди очень, очень хорошие. Они друзья Трини. Мартен Хайгарди. Он был лучшим другом Трини. Чернокнижник. Я знаю только то, что мне сказали Анпани. Вам нужно спросить у них. Арника. Я могу отвезти вас туда. В Арнике живут Хайгарди. Тринтон. Да, я из Тринтона. Я могу отвезти вас туда и познакомить со всеми моими друзьями. Доминус. Доминус? Вы глупенькие. Это же здесь. Тиренги. Они выглядят как большие жуки. С тысячами ужасных рук. Анпани. Дисциплина, сила, победа. ФИА и Анпани – лучшие войны. Муки. Уверена, у нас куча... Звездный круг. Звездный круг – это дом владык. Вы не можете войти туда, если не знаете всего того, что знает владыка. То есть вам самому нужно стать владыкой, правильно? Звездный круг спросил. Пик восхождения. Это замечательное, замечательное место. Оно священно для всех, кто живет на Доминусе. Савант, чернокнижник, Милана Кальцуны, Трини. Трини. Да? Это я, космопорт, она знает? Уверен. Она Дестини Доминус. Дестини Доминус – это наш самый большой секрет. Потому что никто не знает, где он. Вот. Рапаксы. Ой, не говорите о них. Они злые, 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 злые. Они убивают Трини. Невесомая броня. Здесь есть место, где вы можете купить разные вещи. Парня зовут Кунар. Угу. Кунар пока нас с нами не разговаривает, но потом заговорит. Мартен. Трини хорошо знают Мартена.
Кай Гарди говорят, он украл у них Destiny Dominus, но я его никогда не видела. Если хотите узнать о нем побольше, расспросите Тринтини. Утес Мартена. Утес Мартена! Я знаю об этом месте все. А еще больше о Мартене. Он был другом Трини много-много лет назад. Гора Гигас. Это место, где находятся Анпани и Фия. Дисциплина, сила, порядок. Трамейн Фанзанг. Шаман. Шаман в Тринтоне. Он знает все, что можно знать. Я проведу вас туда. Это будет очень, очень весело. Так, фас-фас. Разве я вам... Шаман. Так, замок Рапаксов. Я не хочу говорить о Рапаксах, потому что они плохие. Бейджин. Ой, это очень плохое место. Там живут ринджины, и они... Они едят Трини. Крок. Эй! Астрал Думайн. Кажется, Балбрак что-то говорил об этом. Злобный повелитель Тиренгов. Он злой. Это она про Занта. Хилозоид. Впервые слышу. Гардия. Они не обо всем мне говорят. Ямир. Генерал Ямир, если я буду очень стараться, я когда-нибудь встречусь с ним. Домик у дороги. Эй! Балбрак. О, да, я его знаю. Видела его где-то здесь. Звездные владыки. Владыки? Вы знаете о них? Вау! Они для Трини значат очень много. Кунар. О, да, я... Так, сержант Балбрак, это то же самое. Разве я... О, да. Так, торговля невозможно. А что насчет нанять? Я думаю, у вас и так достаточно, ребят. Да, все правильно. Еще увидимся, правда? Так что, если что, вот можно нанять эту... До встречи. Эту Трини. Оказалось, что это карта катакомб внутри горы Гигас. На одном из листов карты стоит сделанная небольшими красными буквами пометка «Не исследована». Эта карта обезоглавлена «Подводные пещеры». Нарисовано на ней очень мало. Пометка на краю карты сообщает: исследовательская экспедиция пропала. При ближайшем осмотрении карта оказалась планом атаки на базу Тиренгов, расположенную вместе под названием «Усёс Мартена». Теперь вот с этим чуваком поговорим. Но сперва шкафчик завален папками со всякой канцелярщиной, словно напоминание о том, что большая армия требует еще большей бюрократии. Что нам ты расскажешь? А вот это что? Толстая пачка бланков заявок. В доступе отказано. Ну давайте. Сержант Балбрак. Вы хотите записаться? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Приятно слышать. Вначале, конечно, я должен отправить вас на интенсивные тренировки по прохождению полосы препятствий, чтобы убедиться, что вы способны выполнять приказы. Рядовая Спаркли уже прошла полосу и готовится к интенсивному ОТС-тренингу. ОТС — это особые тактические силы. Курс тренировок, специально разработанный для нашей миссии здесь, на Доминусе. Итак, тащите ваши задницы к Краблу на полосу препятствий и доложите, когда будете готовы. Вам понадобится вот этот пропуск. Добавлена запись в журнал. Отряд получил карточку доступа 1. Так, попробуем сейчас его обокрасть. Ладно. Пока. Эй! Эй! А, с ним нельзя не поговорить, пока что не обокрасть. Нам надо пройти полосу препятствий. Что там в журнале? Отчитаться за полосу. Мы заключили союз с Анпани, получен уровень доступа 1. Отчитаться за полосу препятствий. А где полоса препятствий-то? Я прослушал что-то.
этим, по-моему. Сержант Рабл. Вернулись? Пропуск при вас? Да. Дай-ка посмотреть. Так, теперь с ним можно, во-первых, торговать. Нет, нельзя. Нанять. Вы что, шутите? Смешно. Давайте обкрадем. 49 золотых. По карманам шарить? Слушайте внимательно. Я не знаю, чему вы там научились до вступления в ФИА, но лучше вам все это забыть и побыстрее. Он не напал на нас, здорово. Значит, карточку ФИА ему даем. Так, по-дружески. А, предложить. Что-то не понял. Нет, давайте по-дружески. Я похож на типа, с которым можно приятно поболтать? Так, ну... Так. Магия, давайте шарм применим. Короче, ладно, я ему карточку отдал? Или что? Карточка у кого? Давайте загрузимся тогда от греха подальше. Только не говорите, что я должен заново... А, все. Заново отчитывать, все эти диалоги проходить не нужно. Воровать тогда его не будем, один хрен у него взять нечего. Вернулись? Дай-ка посмотри. Так, отдаем ему пропуск. Торговля дать. Карточка доступа. Где она? Что-то не пойму. Надо вы нас... Удачи! Увидим! Вот, держи карточку доступа. Похоже, вы в списке. Хорошо. Посмотрим, на что вы способны. С полосой все просто. Зайти с одной стороны и выйти с другой. Никаких жалоб. Назад возвращаться нельзя. Ну-ну-ну, что? Долго думает. Журнал, значит, пройти полосу препятствий. А где она находится? Мне кто-нибудь объяснит? Зачарованный палаш. А, вот это что ли полоса? Господи, пипец. Ужас какой. Жестко у них тут. Какой-то предмет. Чучело теперь враг. Стальной шлем. Нашли. А как чучело убить? Давайте сохранимся и попробуем просто запинать его. Вперед, ребята! Покажем им! Чучело дерется с нами. Пипец. Враг с чучелами. Все это закончить, надо фаербол применить.
снежный шар. Должна прокачиваться магия у нас. Окей. Полезное. Так, обычные стрелы. Аж целых 71. Картечь. Какой-то предмет. Как... Прошли мы, да, полосу препятствий. Закрыто. Я слушаю. И воровские навыки даже проверяют. Отлично, парни! Я знал, что вы справитесь. Доложитесь Балбраху и получите дальнейшие распоряжения. Я уверен, что мы еще встретимся. О, кстати, мои поздравления! Вы получаете второй уровень допуска. 5000 опыта и получили второй уровень допуска. Только где он? А, вот карточка со вторым уровнем доступа. Ничего не присоединяется. Это что такое? Сюда, видимо, карточку со вторым уровнем доступа как раз надо применить. Или что? Ну, давайте попробуем применить карточку доступа. Ага, вот оно что. Выход отсюда. Так, пойдем отчитаемся. А, и, кстати, теперь уже, наверное, мы можем поговорить с этим лейтенантом, или что там? Его, кстати, здесь нету. Перед кем отчитываться-то? Отчитываться надо, по-моему... Сейчас будем опять прыгать. Вот. Интересно, это разработчики задумывали вот такое вот или нет? Залезли кое-как. Я еще на всякий случай клавишу пробел нажимаю, если что. Хотя пробел это не вовсе не прыжок. Сакс. Эй, парни, не толпитесь. Не то мне придется позвать охрану. Так, магия. Я слушаю. Очаровать. Шармом. Сакс подпадает под действие чар. Теперь мы можем с ним поговорить, да? Так, предложить. Деньги? Нет, спасибо, ребят. Я деньги давать ему не буду. Эй, пар... Так, что нам может вот этот предложить? Мы теперь уже стали призывниками. Сержант Билл Балтл. Что будем пить? Сперва давайте попробуем украсть. Чешуйчатый чипец. Ну-ка. Дайте же. Чешуйчатый чипец. Увидимся. Чешуйчатый чипец. Класс брони плюс 5. Такой же уже есть у следопыта. Но мы можем его и механику дать. Пожалуйста, держи. Второй стальной шлем у нас оказался лишним. Что будет? Снова пробуем обокрасть. 70 золотых. Моргенштерн. Шлем с бармицей. Интересно. Дайте! Шлем с бармицей. Класс брони плюс 9. Видимся! Но это только для солдат и...
У них уже такой. Так что... Что? Снова кража. 168 золотых. 320 золотых. Были измены. На этот раз я тебя прощаю. Все, то есть обворовали достаточно. Сейчас попробуем. Мы таких не обслуживаем? Ребят, а я успел сохраниться, кстати. Так, магия, очаровать. Здесь. Очаровать кто может? Я слушаю. Псионик может очаровать. Шарм, вот на максимальную мощность. Сержант попадает под действие чар. Нейтральный, по-дружески. Что будем? Все, видите, и он сразу... вышел с нами на контакт. Торговля. Мы можем купить зелье, хлеб, болотная вода вождя. Лечить легкие раны. Этот напиток, 20 лет настаиваемый тринскими пивоварами на едкой болотной жиже, дает хорошую стряску. Хотя от смерти или чему он не вылечит, но менее серьезные недуги снимает как рукой. Не буду... Зелье богатыря. Хотя большинство напитков спиртных дают лишь иллюзию нечеловеческой удали. Зелье богатыря действительно наделяет выпившего огромной силой, правда, ненадолго. Заклинание богатырь. Ну, опять же, это не то, что нам нужно. А продать что мы можем? Опять же, только зелье его интересует. Купить нечего. Нанять. Парень, если я выйду из этого бара хоть на минуту, он тут же превратится в сумасшедший дом. Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Так, все, друзья, у этого покупать, всего продавать хорошего. Нечего. Отправляемся к этому... Кто там? Отчитываться, да? Нет, это не к этому. Ну, ладно, продолжим в следующем часе. Всем пока.